Всем привет! Началось благоустройство парка Северного речного вокзала. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства, площадь территории, на которой будет проводиться благоустройство, составляет 45 гектар. Специалисты сохранят историческую планировку, восстановят утраченные декоративные элементы, разобьют несколько цветников, высадят деревья и кустарники, а также обустроят 7 детских площадок. Кроме того, на территории парка оборудуют спортивные площадки, а также установят новые опоры освещения, а на зданиях появится художественная подсветка. На этом у меня пока все. Еще больше информации и новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!